Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру ХКР 2. Пятый день, забираем с тобой награды. 10 тысяч монет, 5 самоцветов. Так, доброе утро. Доброе утро, 18:40. У меня уже ночь. У меня 19:30. Во, правильно, я о чем говорю. Так, в нашем грузовике прокачка стоит как урлики или как АМ. Я сейчас много не играю, потому что я тачки попал сразу много и не играл. Так, ладно. Ну что, поздоровимся? Привет, привет, привет. Отправляем. Так, результаты, друзья мои. Так, опять наша команда выигрывает. Слава, Зетика и Вов55. Так, 11 тысяч монет, зимние шины. Кстати, на ролейку и ускоритель фляг. Так, магнит-амортизаторы. И еще 10 тысяч сверху. Так, редкая, редкая. Ну, неплохо так. Еще двадцатка. Замечательно. Так, бесплатный сундук и виповский сразу откроем. Так, амортизаторы. Здесь колесные зимние шины. Тут нам выпадает магнит-амортизаторы. Зачем вы говорите, возьми, Рэй, магнит? Зачем, ребята, мне магнит? Чтобы монетки просто собирать? Ну, это глупо. Так, магнит и стартовый. По-моему, все, да? Да, по-моему, все, ребят. Так, ну что, куда я полез-то? Мне надо в кубки. Мне надо в кубки идти и попробуем сегодня взять вот 12 деталей таких и таких. А почему это почернел экран? Что с игрой происходит? Почернел экран, ни с того ни с сего. Так, коробка передач. Да, наверное, будем брать коробку передач. Окей, 160 тысяч это последняя, ребята, сумма на улучшение. Столичный кубок. Я понял. Столичный кубок. Не надо туда забираться. Крышу мы потеряли, и вот он, финиш. Нормально? Нормально. Слушай, по-моему, что-то как-то здесь ненормально. Не должно быть вот этого почернения, которое у нас. Софи Сабия. Вот это было глупо. Кто-то разбился, ребята. Оу! Вот это что? Вот это что такое было, я не понял. Это что сейчас, друзья, было? Я врезался в балку и все. И ничего не смог сделать, прикинь? Ну давай уж тогда прыгнул сюда. Есть. И туда. Буль-буль-буль-буль-буль-буль. Слушай, я не вижу здесь ничего. Что за фигня? Первое место. И чернота, главное, вместе с самой двигаться, прикинь. Чернота двигается со мной. Может быть, перезайти в игру? Я не знаю, что такое, ребят. Серьезно говорю. Так, у меня крыльев же нет. Вон, смотри, смотри, чувак там наяривает. Накручивает свои эти кульбиты, или как это назвать-то? Ну, ты понял, короче, да? Да ладно. Блин, знал бы, я бы не сбрасывал бы скорость. А так уступил. Если бы я знал, что я туда заеду, поверь мне, я бы не стал бы сбрасывать скорость вообще ни на сколечко. А так как я притормозил, то все, ребят. Так, Буффало Билл какой-то там.
Вуфа ловил. Ты серьезно, Рейну? Посмеялся, называется. Да что там? Нет, ребят, сейчас после этого, после этой гонки я перезайду. Что это за дела такие? Это ненормально, такого не должно быть. Давай, 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 едем. Ну, и что по итогу? По итогу первое место. Так, друзья, сейчас перезайду в игру. Это фигня полная. Так, ну вот, совсем другое дело. Защитный амортизатор. Восхитительные, опять же, диверсии. О-о-о. Мои нелюбимые диверсии. Сколько раз я буду в первом поединке фейлиться, а? Скажите мне, ребят. Сколько раз? Это уже, по-моему, третья или четвертая гонка, где я на первой гонке сразу начинаю вот врезаться и все. Финита ля комедия. Ну что, залетай тогда сюда, раз уж полетел. Довольный ты наш. Тьфу ты. Ну вот один в один повторяется, ребят. Кто-то там впендрюкался, я смотрю. В общем, я третьим приехал, приеду. Потому что один из них там просто встрял где-то в этих, как они называются, в текстурах. Не знаю, как такое вообще может быть. Ну вот сам факт. Нифига он там наяривает, Берни этот. С какого перепуга ты так взлетел-то вдруг? Ты посмотри. Да. Четвертый. Откатываемся назад. И мистический кубок. Я ненавижу ни мистический кубок, ни вот эти вот диверсии. Не нравится мне эта трасса. Причем прокачали мы с тобой коробку передач. Вообще незаметно. Чтоб там было какое-то ускорение, там еще что-нибудь. Просто этого незаметно. Так, ладно, второе место мы взяли здесь. Ну, ё-моё, ну вот эти вот пеньки, блин, всякие. Мотоцикла что-то не получилось, да? ККМ. Так, я опять пришел вторым. По итогу иду пока первым, по очкам. А что у мотоциклиста там не получилось, я не пойму. Опа, черепашка, да? По имени Наташка. Ну да. Третьим приехал. Вообще последним, четвертым. А по итогу хотя бы третий там. А, еще гонка. Вот опять же моя грубочайшая, ребята, ошибка. Нет, тут уж второе место мы взяли, отлично. Первое даже? Как-то мы умудрились здесь первое место взять. Мотоцикл вроде бы уехал там спереди. Странно. Где-то влетел, получается, он, да? О, вот это вот наша уже тема. Я тут не один, по-моему, такой умный.
Конечно, не один, тут их... Ать! Наготава какая-то. Наготава В-12. Вот ты посмотри на его колеса. У него что там стоит-то? Да ничего такого нету. Как он может без ускоряшек, без всего? Ну, крылья, да, у него. И опять же он приехал вторым. А у меня и этот турбины, фиг знает там что есть, и я фиг знает каким вообще еду. О-о-о. Облегченный вариант машинки и первое место. Но по итогу все равно вторым. По итогу все равно вторым на... Проиграл на одну всего лишь, на один балл. Ну, ёпрасте, с этими прыжками, со своими никчемными. Так, вот здесь надо быть аккуратным, потому что эти камни, я их помню, эти валуны. В них впендрючишься, и все, начнет тебя твою машину бомбить, долбасить. И по итогу фейл. Вот он хорошо вырывается вперед. Вот это вот ралли, баги. Ну там явно я бы не допрыгнул, ребят. Поэтому только лишь третьим. Когда не надо скорость, так он газует, как, я не знаю, как полоумный. Давай на низ. Пускай там наверху там едет. Все, да? Дубль 2, блин, что ли, я так понимаю. Конечно, дубль 2. Повис он там на одном колесе. Четвертым вообще. Вторым, ну, вторым хоть приехал, то ладно. Так, на фабрике тысячу лет не был. Не знаю, ребят, надо что-то с машиной делать. Надо ее как-то прокачивать. Как ты ее, блин, прокачаешь, если денег нет? Большинство, ребята, большинство, вот сколько мы играем, на раллийных машинах едет. Вон сзади даже кто там, не поймешь там кто едет. А, на этой спортивной малютке. И потом на раллийках. Бруно. На супердизеле, да? Есть. Так, тут тоже первое место. Прекрасно. Ну что, поехали далее. Доктор Ми. Возможно, из-за того, что у меня не было этой крыши, я здесь его и обогнал. Там расколбас пошел. 9 очков. Угу, совсем капельку остается. Совсем, друзья мои, капельку остается. Зимний кубок. Так, стоп, на зимний кубок мы с тобой возьмем все-таки. А, у меня колеса стоят. Колеса у меня стоят здесь. Успешных переворотов. Ускоритель мощности после успешных переворотов. Летайте по воздуху или в космосе. Примечание активируется нажатием объект педаль. Ускоритель мощности на подобранной топливной канистре.
Видишь, какие тут штуки? Вот эти вот самые главные, у меня их и нету, которые мне нужны, которые мне давали бы офигенное преимущество перед противником нашим. Тут отлично проехал. Даже эту обогнал. Даже вот этот суперкар. Но это бывает не всегда, ребят. Оу. Опять этот за мной едет, а? Ха-ха. Чувак там спешил, хотел уже обогнать меня. Думал, у него получится. Это как бы не так. Влетел на скоростях, да? Запрыгивай туда, чушь. И вот теряет опять поскольку. А, ну все, тут финиш. Все, ребята. 9 очков как с куста. Фух. Так, еще гонка. Если мы ее выигрываем, мы с тобой получаем награды. Так, крылья колесные. И здесь открываем. Так, управление, амортизаторы. 34 тысячи. Нагорный кубок. Давно мы, кстати, по горам не шуршали. Давно. Поэтому стоит пошуршать. Ой. Да ё-моё, я думал, что вниз будет этот. Ёх-макарёк. Извиняюсь, друзья, тут уже сам виноват. Я думал, что там вниз спуск будет. Но никак не подумал, что здесь будет такой вот подъем. Да ты еще перевернись мне тут. Третьим, да? Да, третьим. С горем пополам. Так, ролейка тут какая-то. Вы... Пантифлета. Ну! Понятно, короче. Ты издеваешься, что ли? Ну, ребят, ну как тут? Понятно, короче. Я не знаю, тут просто тебя... Я уже с минимальной скоростью и нифига не вышло. Съезжаем назад, блин. Эй, вместо одной гонки нам еще предстоит две или даже три. Почему я на этих гонках не вижу там каких-то комбайнов, там, снегоходов? И иногда я видел танк, но это очень редко было. С этим ускорением мою машину просто начинает переворачивать. Вот это вот сзади турбина, которая, я не знаю. А если еще и поставить, которая дает ускорение при езде на заднем колесе, я вообще не знаю, моя машина, наверное, будет переворачиваться просто сразу же. Но тут нормально. Тут первое место. Ну, потому что трасса такая, ребят. Не очень заковыристая, прямая. Все, вернулись обратно в свое место. День гонок. У нас день гонок. Опять это баги. Тягач. Все бизоны, да, получается? Отлично. Пробустились на приземляшках.
именно, ребят, на приземляшках. Когда машина приземляется именно на вот так вот на колеса, она начинает ускоряться. Первое место. Фух. Сколько там еще? Еще гонка, да? Еще гонка. Видишь, вот стоит немножко не так приземлиться, и все, ребят, теряешь скорости. Именно надо обоими колесами вставать, и тогда у тебя мини-ускорение вот это вот срабатывает. Отлично. Первое место. Ну и мы забираем с тобой, да? Окей, что здесь? Ускоритель фляг. И опять же ускоритель фляг, но только для танка. Костюм. 26 тысяч кубков. Спаситель мужчина. Эпическая какая-то. Угу. Ну что, ребят, я думаю, что в следующей серии мы, наверное, попытаемся взять костюмчик, а может быть даже и 26 тысяч кубков. Так, привет, привет, Рэй, привет. Привет, ребята, привет. Как вот здесь вот набить, я не могу понять. Попробовать на мотоцикле, что ли? Тихо, подожди, 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 подожди. Пока есть возможность, надо прокачивать. Если есть бесплатность, бесплатная возможность прокачать, то прокачивай. А тот костюм, по-моему, от самурая, да? Ну, не от ниндзя, а там кто там? Я не знаю, как его звать. У меня, по-моему, только лицо. А почему мужчина-спасатель эпический? Это крутой, ребята? Аватарчик или нет? Ну, если эпический, наверное, крутой. Так, мы хоть сундучок с собой хоть один откроем, возьмем. Или не возьмем. А кто-то говорил, что вроде Hill Climb 3 будет, или мне по ушам, как всегда, прокатили. Да, далеко не уехал. Еще пятерка. Ну, посмотрим. То есть получается, как бы только лишь первая самая гонка дает тебе очки. Все, да, остальное мимо кассы. Ну что, друзья, на этом тогда я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!